С тех пор, как я завел свой телеграм-канал «Трейдер отвечает», самый популярный вопрос мне – это «Сколько будет стоить биткоин в будущем?» И мне пришлось найти ответ на этот вопрос. В процессе поиска я наткнулся на статью, где автор заморочился с созданием симулятора цен на основе исторических данных о ценах и волатильности биткоина. Также я нашел статью о том, как собрать такой симулятор в простом Excel. Взял данные с 2015 года на CoinMarketCap, посчитал доходность по дням, историческую волатильность и подставил их в формулу согласно инструкции. И затем симулировал цены на ближайшие 365 дней. Обрати внимание, это симулятор на основе исторических данных. Правда, в нем больше, чем в любом отчете аналитика. Качай этот файл к себе, ссылка в описании под видео. Переходи во вкладку «График». Помещай курсор в ячейку, отмеченную оранжевым цветом, и нажимай «Backspace». Свои результаты оставляй в комментариях в виде скриншотов. Теперь ты знаешь, сколько будет стоить биткоин. Отправь ссылку другу, если он мучается таким же вопросом. Увидимся в телеграм-канале. Все ссылки в описании под видео. Пока!